А креста анафеме предал. Вот тот в порт и убежал. Там зверолюди, и сектанты туда лезть боятся. А Силантий еще маму на себе женить хочет. Но она не хочет, он старый и противный. Бэ. Да. Про брак у рыбы этой чертовой никаких заповедей нету. Или дочку отбила. Мерзко от него, бесноватого мерзко. Вы ведь вытащите нас отсюда, заберете? Заберем, конечно. Не переживайте. Я к нему позже на этот счет подойду.
Я лучше посижу, осмотрюсь, мы. Вот он, сука, на! На, чара пробита, на! На, тут чара пробита, на! Сука, получай! Помогите, помогите, царь рыбы, прошу, развяжи. Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех. А тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои.
ты теперь на коне? Я четверть груза давал, и слушать не хотят. Бросай, мол, дизель тогда. А на ручной трясине я мотал платформу 200 километров толкать. Понятно, нагорели мы уже. Серегу отправляю к тебе. Он письмо и отвезет. Дизель, сразу загоните братьев. Они нормальную цену давали. И берите тот паром. Или баржу самоходную. Или буксир. Ты понял, Семен? Не торгуясь. Как остальные за мост узнают, любое корыто будет на вес золота. Но если быстро обернемся, отыграемся. Еще и с прибытком. Давай, Семен. Время, деньги. Да и видно, что ему самому не хочется их здесь оставлять. Но он так зациклился на поиске этих оккупантов, что он ни о чем другом и думать не может. Ладно, иди куда там тебя оставить. Только осторожней, я волнуюсь все же. Артем, я тут фон мерю. По пути в порт есть одно место. Аж зашкаливает. Так что лучше возьми лодку. Мы нашли, пригнали, стоит под мостом. Ну, если монстра не боишься. Нам князь уже рассказал по радио. Артём, боится? Это ты хватил. Да и монстр этот, просто сон.
Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово! Эти-то хуже мутанты, я дело знаю! Если деревенских поймают, то тем сразу крачун! А ты их как капусту нашинковал! Ну, здорово! Меня Крестом звать! А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен, и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а. Верят, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну, а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, во! А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот-то намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился! Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. Ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни почем не справиться. Ну а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании... Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу.
Вон, видишь мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь-рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так. Охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут же логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь, полезного забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только шо Давиду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые! Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Я вот тут-то у деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают.
Кто-то не выходит на связь. У кого какие мысли? Кто что знает? Товарищ полковник, она вроде антенны вон в 200 метрах от Авроры осмотреть хотела. Что-то там ей показалось. Одна? А вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда! И вообще хватит клювами щелкать! Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы... Конец связи! Thank you.